В среду в Тель-Авиве второй день подряд звучала предупредительная сирена. Это случилось впервые с 2012 года. В городе открыты бомбоубежища. Сигналы тревоги также слышны в других городах центральной части Израиля. Ракеты летят из сектора Газа. Большинство перехватывает система «Железный купол», в том числе прямо над Тель-Авивом. Жертв нет. Ракетный обстрел начался во вторник во второй половине дня. Как сообщает пресс-служба Цахала, за сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено более 150 ракет, в том числе несколько в направлении жилых районов Тель-Авива, Иерусалима и по аэропорту Бен-Гурион. По информации израильских СМИ, снаряды были уничтожены через 15-20 секунд после подачи сигнала тревоги. Израиль не сомневается, что его пытаются бомбить боевики Хамаса. Если до этого они запускали ракеты только по приграничной израильской территории, то после начала Израилем военной операции «Нерушимая скала» обещали увеличить дальность обстрелов, что, по всей видимости, и сделали. Тем временем Израиль продолжает проводить свою антитеррористическую операцию в секторе Газа. Ее начали в ответ на участившиеся обстрелы с палестинской стороны. Сообщается о 30 убитых и 100 раненых палестинцах.